В этом году три яблока с трех яблонь. В прошлом море было. Море было на двух яблонях, ну, полтонны точно. По полкилограмма яблоки. Даже не знаю, какой сорт яблони. Вот это яблоко необыкновенное. Даже сорт не знаю, хотя я заканчивал Плеханский институт и по яблокам писал диплом. Нет, даже не знаю. Вот в начале сентября вкусное, сочное, сладкое, больше сладкое, чем кисло-сладкое. И это другой сорт, тоже не знаю, какой-то новый, необыкновенно вкусные яблоки. Если доживу до следующего года, вот, через год яблоки бывают, отдыхают яблони. Вот, мы-то месяц отпуска имеем, а пенсионер вообще каждый день. Вот, а это какое-то, да, уродливое яблоко. Тоже вот из этой яблони. Но вот это, друзья, необычайный вкус. Вот Господь послал хоть три яблока. А то в прошлом году просто уйма. Да. Ну, слава Богу.